Владимир Путин обсудил сегодня с главой Лукойла Вагитом Алекперовым новый проект, который должен помочь в развитии Ставропольского края. В районе Буденновска будет построен газохимический комплекс. Также на встрече в Новогореве подвели итоги работы компании в прошлом году. Мы с вами достаточно регулярно встречаемся, но так, чтобы поговорить основательно, в том числе и по результатам работы компании, времени всем не хватает, поэтому я с удовольствием послушаю вас. Что удалось компании сделать? Спасибо большое, Владимир Владимирович. Нашли время. Компания развивалась достаточно динамично. В 2017 году мы индексировали заработную плату. Инвестиции составили почти 500 миллиардов рублей. Мы, как я вам обещал, мы ежегодно вводим новые морские платформы на акватории Каспия. Мы подготовили новый комплексный проект. Это комплексное освоение Северного Каспия. Сегодня и газопровод уходит в район Буденновска. Принято решение инвестиционно строить там газохимического комплекса. Это даст возможность развитию такого региона, как Ставропольского края. Мы продолжили комплексную модернизацию наших нефтеперерабатывающих заводов. И сейчас, сегодня гордимся тем, что мы сделали. Это вы своевременно делали. Да, гордимся, что сегодня это сделано. И это дает возможность стабильно обеспечивать нашу страну самым качественным топливом. И дает возможность, да, вот именно, на новое топливо переходить. Да, то есть мы выпустили в 2017 году новое качество бензина, это ЭКТО-100. Угу. То есть уже октановое число не 95, не 98, а 100. Это экономия бензина, экологическая чистота, угу, и достаточно хорошо двигатель воспринимает. Так что это все работы сделаны.